познакомит вас с девчонками из нашего села. Это Светочка, конфеточка, танцует и поет, гладит, вяжет и стирает, очень модно платье шьет. Всем известно, наша Зина продавец из магазина, любит деток и зефир, пьет для стройности кефир. Пьёрный, самый элегантный, знаменитый Петя Твис. Он в деревне сам. Он красивый и отважный, сухота девчат роман. Третий номер это Федя, тракторист, герой труда. Он один свалил медведя, ему горе не беда. Но не спорьте горячо. Посмотрите друг на друга, потолкуйте, кто прочел. Ты скажи мне, милый Петя, ой, ты знатный пианист, почему такая кличка Твист? А почему не Лист? Говорят, что милый Федя, ты один убил медведя. Не стесняйся, дай ответ. Это правда, а? Или нет? Деревенский Дон Жуан и раскрасавица наш роман. Машина эта папина, а ли твоя? У меня вопросик, Зине, чем торгуешь в магазине? Скажи правду, дай ответ. Ты воруешь или нет? Я хочу спросить у Леночки, каких она кровей. Нынче в моде интердевки, ну а ты не из таких. Кто кому из вас подходит, выбор просим сделать вам. Чем сильнее аплодисменты, значит, пара удалась.
год промчался, а у Лены светит дочь. Раз красавица смуглянка постаралась, видно, ночь. У Петра с конфеткой, с веткой денег куры не клюют. Наша Зина продавщица,